Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я хочу вам показать и вспомнить свое детство. Короче говоря, в моем детстве была игра, флеш-игра, вернее даже серия игр про трех панд. И сегодня я хочу поделиться с вами этими воспоминаниями. Может, кто-то из вас тоже в это играл. Довольно-таки простая, но увлекательная игрушка на логику. Впрочем, логика тут для детей, я бы даже сказал. Для детей игра и рассчитана. Собственно, игр, если я не ошибаюсь, в этой серии было 5. Сегодня мы поиграем в первую и, может быть, даже вторую часть, если успеем. Если первая часть не займет много времени. Я не помню, когда я последний раз играл в эту игру. Сегодня вот что-то решил, блин, хорошая идея, надо вспомнить. Ну и, собственно, нажимаем play. Это у нас самая первая игра, первая часть. Жили-были три панды, и на них внезапно решили напасть пираты. Они их похитили. И затащили на свой корабль. Короче, что надо делать в этой игре? Мы играем за трех панд, и здесь надо решать всякие головоломки, чтобы выбраться. Ну, здесь довольно все просто, нас тут обучают. Нужно... Просто у нас панды-то сильные, они могут просто клетку взять, задвинуть, и все, они выберутся. Видимо, дно у клетки тоже клетчатое, раз уж они могут как-то подвигаться. Нажали на рычаг, собственно, стоп, этот что-то не запрыгнул. Так, мы выбрались. Следующий уровень. У каждого из трех панд есть своя способность. Например, вот этот длинный может... вот так вот мы можем сделать. С помощью длинного. Мы достали ключ. Ну, собственно, давайте я вам покажу, что будет, если попасться пирату на глаза. Собственно, мы проиграем. Придется начать уровень заново. Включили лестницу мы. Поднимаемся наверх. Так, а этот не дрыхнет. Они еще и разговаривают у нас, правда, только с субтитрами. Собственно, теперь нам демонстрируют возможность маленького панда. Его можно подкинуть наверх. И свалить эти коробки на голову этому усачу. Теперь нам демонстрируют способность третьего, большого, толстого панды. Он может, наоборот, вверх нас поднять. И, собственно говоря, мы получаем доступ к крану. Подвесим его как можно выше. И причем я его хочу над морем подвесить. Он туда. Все. Не кричит, не паникует, ничего, я что-то смотрю. Так, ну и спускаем шлюпку, чтобы свалить отсюда. Так, от пиратов мы сбежали. Показывают нам комикс. На какой-то остров попали наши панды. Здесь у нас такие вот гусеницы. Можно их заставить проснуться. На них можно прыгать. Опа! Опа! Вот так вот. Ну и через вот эти шипы надо перепрыгнуть. Впрочем, они от них не умирают. Они просто не могут пройти из-за них. Так, скидываем камень. Здесь все довольно-таки легко. Я думаю, что нам надо сделать это, я полагаю, подняться наверх со всеми. И нашего маленького закинуть туда. Залезай. Так, заблокировали
воду. Через воду наши панды пройти не могут. Так, следующий уровень. Здесь у нас какая-то дырочка. Явно в ней как будто что-то спрятано. Ну-ка. Да, там прячется птичка. Собственно, ждем, когда черепаха подплывет. Что будет, если я в воду упаду? А, они просто туда не будут прыгать. Просто они туда просто не залезут. Так, схватите червя. Сейчас сделаем. Вот так вот. Нам нужно было хваталку эту заткнуть. Можно было туда запрыгнуть и с помощью гусеницы, но мы могли и другим путем справиться, как вы и сами видели. Да что ты, падла. Панда. Так, здесь нужно закинуть этот камень туда, которого не хватало, чтобы нам перебраться на ту сторону. Я мог вот этим вот дотянуться до гриба, но он что-то не хотел туда близко подходить. Так, наши панды сталкиваются с поселением местных абориген. Которые, чувствую, захотят полакомиться. И они схватили одного из наших, и теперь надо его спасти. Так. Я люблю фрукты. Ну что ж, допрыгиваем до колеса этого и поворачиваем его. Теперь сделаем так. Блин. Не, он так высоко не летит. Причем он без кон... Один раз коснулся колеса, можно дальше без контакта его уже крутить. Блин, как бы закинуть его туда? Может, как-нибудь вот так? И он даже не стал трогать его. Так съел фрукт, что все, больше на все остальное пофиг. Блин, а. Упал. Маленький что-то. Давай. Да блин, а вообще, а как он упал-то? Почему? Да что ты, падла? Вот так. Ну вот. Так, что дальше? Здесь надо подпрыгнуть к лестнице. Нам тут даже дают подсказку. Так, во-первых. Так делаем.
Пошел нафиг. И, во-вторых, вот так. Ой, надо же вот этим было подойти сначала сюда. Ладно, еще раз. Блин, упал. Упали. Блин, паук этот немножко обламывает малину. Поздно немножко. А, все, отлично. Хорош, получилось. Так, а вот и наш большой брат. Мешок. А, я вспомнил, что тут надо делать. Пугало надо собрать. Не допрыгнут так высоко. Тык-тык. Теперь туда. Так, все, путь свободен. Кто пойдет первым? Да все пойдем. Попробуем, по крайней мере. Ой, блин. Ну не раздавливает, по крайней мере, так. Так, вот этот зеленый собакин такой вот у нас, это... Он, короче, дружелюбен к нам. И так же, как и мы, ненавидит этих аборигенов. Очень не против поквитаться с ними. Как-то он странно его напугал. Что-то он туда первым, первым почему-то побежал. Так, теперь дадим нашим братьям подняться. Чуть-чуть поближе подойдем. Вот так. Не знаю, как можно бесконтактно вот так вот крутить этот руль. Так, этот очень голодный. Берем фрукт. Отведай-ка, все. Путь свободен. Теперь надо как-то в этого попасть через вот эту вот мельницу странную. Попробуем так. Нет, мимо. Хорошо, тогда так. Недолет. Не чуть-чуть надо еще вот так. Так, ну-ка. О, хорошо. Блин, эти упали.
Теперь, и этот не долетел. Не нравится мне мельница эта. Да куда? Ты куда ж вы пошли, дураки, блин? Да куда ж ты пошел? Я не тобой управляю. А тут у нас что? Птичку связали. Ах, какие негодяи. Ну что ж. Подкидываем к столбу, значит. Ой. Короче, не цепляется он так. Надо залезать туда. Чего они залезают-то? А, стоп, подождите. Вот так. А, поднять надо. Так, псичка. Поздравляем, первая часть пройдена, но история на этом не закончена. Ну что ж, прямое продолжение вот этой вот игры, вот прям прямое продолжение вот эти вот обвала каменного будет в следующей игре, в Три панды 2 уже. Но мы потратили на первую часть всего 18 минут, и я предлагаю перейти сразу ко второй части. Почему бы нет? Давайте ее пройдем в этом же видео после короткой рекламы. Не переключайтесь. Дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на канал Freakinism Action. Этот канал моих друзей. Я уже делал на него рекламу и говорил, что здесь выходило интервью канала Максимадзе. Большое интервью. Также здесь, если вам интересно, выходило не менее интересное интервью с моим напарником Лехой из канала «Чё хочу, то ворочу». Тут есть еще всякие видосы. И 4 недели назад тут вышел новый ролик с моим участием. Ролик постановочный, конечно, странный, но тем не менее. Рекомендую, переходите и подписывайтесь. Итак, дорогие друзья, вот игра Три панды 2 ночь. Три панды 2 ночь, и давайте начинать. Ну, показывают, что мы сталкивались там с аборигенами. Потом обвалились, короче, упали в воду. Нас куда-то нафиг смыло. Так, разбудить всех. А ну, просыпайтесь, пора идти отсюда куда-то. Так, как нас опять снова обучают, как играть? Здесь, в принципе, как бы все то же самое, игра та же, никаких нововведений, просто прямое продолжение предыдущей игры, новые уровни. Так, залезть. Ну давайте, идите туда.
Головоломки несложные довольно-таки, я смотрю. Совершенно. Что будет, если мы к нему подойдем? Он нас просто не пустит туда. А, он нам способность еще не даст свою. Хотя мы бы могли бы достать теоретически-то с помощью большого фрукт. Отлично, все, он дал нам дорогу. Наступила ночь. Нам демонстрируют способность тощего. И воздушный шар. Наступила ночь, и мы слышим ночные звуки. Соответственно. Так. Здесь по цепной реакции все идет. Так, ну, используем зеленого джунглийского собакина, чтобы ну, давайте все марш наверх, давайте. И спускаемся вниз. Все очень просто. Так. Так вот. Колесо давай крути. Эй, вы тоже спускайтесь. Нам всем надо туда. Эти на соплях держатся. Сейчас мы их быстро заставим сделать нам мост. Так, птичка. В пещере они встретили кучу опасностей. Только кто их просил туда вообще идти, интересно? Так, ну... Сейчас мы сделаем так. И вот так. Ну что, тут все легко. Вот так делаем. И катим туда камушек. Куда же вы пошли-то, ё-моё? Держись! Обваливается все. Тень аборигена. Мы видим там. Куда ж ты полез-то вниз? Зачем? Так, ну что делать? Вот так вот делаем.
Куда ж ты упал-то, дебил? Он, кстати, нас не съедает, он просто не дает нам подобраться сюда. Так-то они съедать нас должны. Но не в этот, но не на этом уровне почему-то. Что-то, по-моему, не все еще успели забраться, уже уровень закончится. Как так-то? Так, а здесь два уже таких, и один из них еще и ходит. Так, я не помню, что здесь надо сделать. Но сейчас, наверное, вспомним. Ага, ясно. Один заткнули, второго. А со вторым я не знаю, что делать. Наверное, просто надо так обойти, чтобы он нас не схватил. Вот так, да. Друг зеленый, благодарим тебя за все. Уже не в первый раз, кстати. Куда пошел? Так куда? Так, это что за толстопуз? Огромный черносвин какой-то. Так, тут маленький, я так понимаю, только может пройти. Отведал силушки богатырской. Ну и идем маленьким туда. Так, еще снова наш друг зеленый, который нам поможет. Надеюсь. Да, и разумеется. Как же нет? Почему же нет? Так. Тут тренируются в стрельбе наши враги. Так, ну-ка. А, вспомнил. Обливаем сначала одного водой. А затем второго. Ага, так. Хорошо, дальше что у нас здесь? Куда же ты пошел? Вниз. Вниз давай. И ты вниз. Все вниз, я сказал. Вниз. А, я вспомнил, это последний уровень. Стоп, а вот этот тип не должен разве ходить по этажам? Я помню, по-моему, вот этот тип, он ходил по этажам туда-сюда, что значительно усложняло прохождение уровня. Здесь что-то не ходит. Или это не последний уровень? Фига себе.
А, последний, да. И какой-то живущий здесь панда спасает их, и, собственно, жили они долго и счастливо. Собственно, на этом вторая часть закончена. Прошло 30 минут. Но это еще не все. Есть еще три панды в Бразилии, три панды в Японии и три панды в Фантазии, по-моему, если не ошибаюсь. Их мы тоже как-нибудь с вами пройдем. Ну а на сегодня все. С вас Икус подписывался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой блоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. Желательно также подписывайтесь на канал Дзене. И всем пока.